26-27 мая в городе Бишкек планируется проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета совместно с Первым Евразийским экономическим форумом. Все страны подтвердили уже дату и место проведения заседания Высшего совета. В настоящее время, как со стороны Кыргызской республики, которая, как вы знаете, председательствует в Союзе в 2022 году, так и со стороны Евразийской экономической комиссии ведется активная проработка вопросов подготовки данного мероприятия. Председателем оргкомитета форума является первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Арзбек Урозбекович Кодюшев, которым уже был утвержден состав оргкомитета, куда входит руководство министерств и ведомств государств-членов нашего Союза. Заместителем председателя оргкомитета является наш председатель коллегии Михаил Владимирович Мясникович. Архитектура форума уже сформирована под руководством руководителя программного комитета Сергея Юрьевича Глазева. Буквально на днях состоялось расширенное заседание коллегии комиссии под руководством Михаила Владимировича Мясниковича. Стоит отметить, к подготовке первого Евразийского экономического форума уделяется особое внимание как со стороны Арзбека Урозбековича Кодюшева, так и со стороны Михаила Владимировича Мясниковича. Все заинтересованные подходят весьма ответственно, и буквально завтра состоится заседание оргкомитета, на котором планируется утверждение концепции Евразийского экономического форума, а также иные организационные моменты. Карты все раскрывать не могу, но на правах руководителя оперативного штаба комиссии по подготовке форума могу сказать, что уже утверждена кандидатура модератора пленарного заседания, где ожидается участие глав государств. В настоящее время членами коллегии формируется список спикеров панельных сессий, модераторов панельных сессий. Всего будет 6 панельных сессий, и места проведения также сейчас прорабатываются. 1 апреля в рамках визита оперативного штаба в город Бишкек состоялось подписание договора с оператором форума. Оператором форума по предложению кыргызской стороны является компания «Я Кочевник», которая имеет достаточный опыт проведения крупных таких мероприятий. Всю информацию можете смотреть, мониторить на официальном сайте Евразийской экономической комиссии и на наших информационных ресурсах. Пользуясь случаем, приглашаем всех заинтересованных, прежде всего представителей бизнес-сообщества, представителей научно-экспертных кругов. До встречи в Бишкеке.